Привет всем. Меня сейчас у нас операция. Моя Зойка переживает. Влог начинается с того, что мы с Милой идем на операцию. Буду доставать ей спицу с руки. Рано утром сейчас. Раннее утро. Да, мы теперь сегодня надо. Все, мы уже в палате, переоделись. Тут еще один мальчик, да, на операцию. Я специальный сок выпила. И от этого сока, то есть она сейчас немножко так, ну, не сильно будет помнить, такая немножко обмякнет. Да? Нет, не бойся. Сейчас тебе после сока лучше будет. Сейчас успокоишься, да? И не будешь сильно помнить все. Видишь? Последний штрих остался. Вытащить эту железку. Можешь спать. Милочка сейчас на операции. Я пока зашла покушать в кафетерию, потому что надо подождать, пока я ничего не ела. Там, смотрите, дают вот такую штуку. То есть она, когда Мила уже проснется, то есть уже отвезут ее в комнату, где будет просыпаться, да, когда операция закончится, она будет жужжать. Значит, я буду знать о том, что не надо идти к Милочке. Хорошо, что есть вот такая вот штукенция. Сказать. Это было, не знаю. Все, мы уже в палате. Милочка. Ох, и котка напала. Там моя зайка принесли печеньки покушать. Йогурт. Она с утра ничего не ела, нельзя было. Не ела, не пила. Как ты себя сейчас чувствуешь? Уже лучше? Лучше. Видишь уже лучше? У меня вот тут голова болит. Кружится немножко еще, да, там катетер еще. Голова кружится. Угу. Напала, да? Всем привет! Мы хотим вам рассказать кое-что очень классное. Сейчас мы будем открывать сюрприз. Не простой сюрприз, а смотрите. Long surprise, hell goes. Последняя серия! Да, мы хотим ее открыть, потому что мы сегодня ее в магазине увидели. Она стоила 17 евро. Мы с Милой взяли только по 10, и мама нам доложила. Ту-ту-ту-ту. Ладно, будем открывать. Чуть-чуть. Последняя серия это какая? Номер серии? 15. Вот. 15-й сюрприз. А, нет. Не 15, это сколько сюрпризов. А-а-а, 15 сюрпризов. Откуда вы знаете, что это последняя серия? Мама, ты YouTube смотришь. А, ну, нет. Так, ладно, открывай. Я возьму. Мне золотая капсула. У меня такая красивая родинка. Значит, уже повезло, что будут разные, да, не одинаковые. Я хочу или вот эту, или которая вот тут была. Вот эту. Еще одна. Ну, если другая попадется, мне не страшно. Ой, она такая миленькая. О, вот тут. У меня такая красивенькая, такая розовенькая. Вот такие заколочки. Это типа заколки, но это клейки. И тогда она будет заклеить. Ой, у меня подсказка. Какая? Ой, какая подсказка. Ну, покажи. Ой, я не могу. Это нет. Я не могу. Ой, я подсказка. У меня такая же подсказка. Интересно, у нас одинаковые попадутся? Вот, я покажу какую. Ой, у меня уже все почти повылетало. Зеркало. Вот тут, смотрите, это как баллончик. Вот баллончик такой. Ничего себе. Тут я сейчас покажу, как я открываю. Давайте по очереди, каждый по одному пакетику, так, чтобы было понятно, вот у кого как. Вот такая ручка. Ну, и вот такие ножки. О, мам, смотри,
Что это? Это сюда, походу, цепляется. Да, ты сюда нашла. И зеркало нашла. Это не зеркало, это... Лупа. Да, лупа. Так, Мила нашла лупу первую, да? Давай сюда, как лупу свою? А я почему лупу по очереди нашла? Открывайте. Я лупу мою не нашла, она что, где-то спряталась? Ну, может, у тебя по-другому она спрятана. Какая разница, мне эта лупа не нужна. Подожди, тебе вот тут надо еще открыть. Вот, открой. Тебе, наверное, точно так же такое попадется. Помочь? Да. Ого! Ого! Вот. Угу. Я только думаю, вы посмотрели, какая красивая капсула. Яркого. А тут... Это... Тут внутри кукол. Я уже чуть-чуть... Как инопланетянка прям там. Да, я еще не буду показывать. Это инопланетяне типа? Голые инопланетяне? Ой, а тут такая мягкая, интересная. Да, вот тут крепкая. Как инопланетяне какие-то. Так, тут две бегудишки. И в них что-то есть? Тут обувь. А тут, наверное, вот только. Ну, давай, показывай. Ну, помоги. Я открою сначала пакетики. Сейчас, зайка, подсадим. Я сначала пакетики. Я мой первый пакетик открываю. Мама, поможешь нацепить? Я знаю, какая это. Я вам сейчас покажу. Мама, можешь нацепить? Можно нацепить, мам? А где... А вот. Я знаю, какая это. Могу дуться, это подожди, вот я это. Сейчас же не могу и снимать. Это вот нацепить. Это. Да? Да, я так, я тоже хочу. Ну так открой, посмотрим, и точно она. Помню. Тут снизу еще. Давай откроем, может, куколку? Что ух это? Ты, как обувь выпала. Какая обувь, вау. Это Маша? Да. А, это Маша. Это она, у нее такая же обувь. Это давай, она. Милочка, Маша пусть сначала откроет, чтобы мы не запутались, а потом твои покажем. Так. Это она! Да, ес! Это что, корона? Да, это коронка такая. Мама, смотри. Угу. Сапожки. А тут ее платьишко. Ой, я не заметила наклейки. Это она. Я не заметила наклейки, Маша, я не заметила их. Угу. Так, теперь бегудишки. Ой, их надо точно... Я помню, что вот это снять надо. Там наверху еще сюрпризик спрятал. Какую чёсочку! Красивая, бантиком сделана. Вот. Ага. А как ее открыть? Так. Сейчас Маша покажет уже все, и потом будем твою снимать. Угу. Хорошо, Дуся? Угу. Я поняла, это надо вот так. Это бутылочка ее королевская. Я не могу поверить, у нас бутылочка. Есть. Угу. Достань пакетик, чтобы лучше. У нас есть последний. В конце мы покажем, как они будут одеты. Ладно, я все открыла. Теперь он открываем куколку. И не как все люди, которые сначала перчатки, все такое... Я сниму все аккуратненько. Я хочу еще этот костюм заберегти. Беречь. Ага. А это так аккуратненько надо. Это так сложно. Как это Арина сделала? Аккуратно, не порвавши. Костюм. Та-та-та-та. Это она, моя красотка! Какая красивая. Теперь моя очередь. Вау. У них такие волосы. Так, давайте... Покажи ближе. У меня черная. Я надеюсь, что это она. Это точно она, Мила. Я надеюсь, что это... Я, знаете что? Это точно давай, она, давай, теперь, милая. Милочка, ты свою покажи. Я пока что ее одену. Ты уже знаешь, какая у тебя? Да. Я надеюсь, что это она. Я тоже, Мила, я тебе держу кулаки. Я так хочу, чтобы Миляна попалась. Она ее так хочет. Давай. Красотка. Она как джин. Угу. Давай, одевай ее, Машуля, а мы посмотрим, смотри, что у нее. Смотри, ее как бигуди. Бигуди. Она бигуди. Я бигуди сначала. Это мне нужно или нет? Нет. Я надеюсь, что это она. Я вот это мне оставлю. Я хочу ее тогда закрывать. Здесь туфельки. Ой, нет, здесь расческа. Такая же, как у Маши? Да, я не... Нет, нет. У нас покажи. Не одинаковые. Выкладывай вот сюда, я буду показывать, что тут.
У меня такая красотка попала. Можно обратно. Мама, я даже не хочу с Милой меняться. У меня такая красоточка. Ну, не надо меняться. Нет. Я так не хочу, чтобы у тебя это попалось, которую ты хочешь. Вот эту. Ба, вот эту. А тут бутылка. Yes, это она! Это она! Она! Да! Я так хотела. Это она. Знаешь, почему я узнаю вот это? Да, я видео смотрела, и там была такая бутылка. И там попалась такая, какую я хочу. Это она! Я так вам рада! Я рада, что ты рада. И я рада, что ты рада. Я так мило за тебя рада. Вот. Я так рада. Выпуск не потерять, да? Сразу закрываешь все, да? Да, я не хочу, чтобы это потерялось. Ой, мам, я так волнуюсь. И не буду это застегивать. Это будет тяжело. Мам, открой. Мам, это 100% она. Я тоже знаю, это 100% она. Держи. 100 миллионов%. Да, это она. Это я уверена. Да. Это ее костюм. Ого. Это она. Моя мечта сбылась. Ой, что-то написано. Бет. А, тут это. Шортики отдельно, а маечка отдельно. Да. Ничего себе. Какая она модная. Не покажем мою. Я так рада, мама! Ой, как ее корону одевается-то? Я просто очень, корона не очень рада. И я за тебя рада. Ой, это одна, 100%. Тебе так повезло, какую ты хочешь. Ну ладно, я тоже за мной рада. Такая классная. Это ее ботиночки. Мам, я думаю, у нее корона... Большие, не цепляется. Покажи, ну, Маша сапожки, а у тебя такие ботиночки. Ой, мама, я просто не могу поверить. Она была классная. И, конечно. Я знаю. Ой, не фокусируется, ладно. Держи. Ой, мама. А вот моя красота. Все, время ее открывать. Ой, красота какая. Это какая-то она прям... Королева красоты, что ли? Да, моя. Это она бледная. Это она 100%. Да, Мила, это уже ясно, что она по костюмам все такое. Я ничего не пропустила. Ничего. А эту бегодишку? Вот я знала. Это расческа. Маш, не открывай. Ну давай, открывай. Нет, Маша. Все же в ожидании ждут, пока ты откроешь. Маш, закрой. Я специально сделала, чтобы она закрылась. Ладно, ладно. Давай. Мама, я не могу ее открыть. Ну, давай помогу. Да. Аккуратно хочешь, чтобы было? Да. Это она? Нет, я сама. У нее очень классные волосы. Такие классные. Нет, я сама, я сама. Давай, ну сама. А я зачем видео снимаю? Вы не можете поверить, я думаю, это она. Это 100% она. Головы. Так снизу, оттуда. Помочь? Нет. Давай. Я хочу её. Yeah! Это она! Я ее так хотела! Вау, смотри. Что за прическа? Да, у нее тут закручено. Ух ты. Ого, у некоторых Жизнь. Видео даже получше закручено. Мне кажется, каждая по-своему красивая. Да, моя. Она очень такая! Очень красивые куколки. А ну покажи. Мам, я просто супер-супер рада! Она меняет цвет. Моя тоже меняет цвет. Да, они цвета меняют. Да, там написано внизу, что они делают. Моя меняет цвет. И Мила тоже. Мила становится полностью... Ну, одевай, Милочка. Болтаю. Ой, а вот еще что-то выпало. На чем они стоят, наверное? А, да. Это ставить вроде сюда. Ну, одевай. Блин, такая вот. Классная. Ну все. Мама, моя мечта сбылась. Всем пока. Вы были на канале Маша Мне. Нет, вы были на канале Инес Блог. Ладно. Смотрите дальше и делитесь этим видео с друзьями. Всем пока. Двигаем.